Так, вот такой сегодня туман в районе Сеула. Ни черта не видно. Вот за этими деревьями там сопки, горы. Их не видно ни хера. Вот такой туман в Южной Корее, как у нас. Вот у меня вид с окна. Вид с окна на стройку. У меня квартал уже строится. Домов штук 15-20 вот таких вот. Вот такой туман. Такой туман. Ни хера не видно. Ни хера не видно. Такой вот туман. Ни хера не видно. Туман насыщенный прям такой. Дальность видимости, ну, полкилометра, наверное. Метров 700-800. Все, дальше туман, не видно ни хера. Дождь прошел. Дождяра прошел. Тепло, плюс 23. Стою в трусах. Не мерзну, не холодно. Народ на улицах ходит, в такую погоду сегодня ходят в шортах. Тепло. В общем, вот так вот такой вот туман. И вот когда дождь идет, тепло. Холода такого нет, как у нас. Даже теплее, чем, по-моему, в Приморье, наверное. Потеплее, а? Чем во Владивостоке. Северная Корея тут рядышком на границе. Но в Сеуле тут чуть-чуть на расстоянии, тут потеплее. Тут с юга Японии дует ветер теплый. В общем, вот так вот. Такой вот туман.